Пустая дорога, день и отсутствие других участников дорожного движения. Для направлявшегося из Зеленогорска в Ильичево водителя Ситроена ничего не предвещало беды, пока на его пути не повстречался местный житель на «Фольксвагене». Происшествие произошло на повороте к поселку Красавица. Несмотря на невероятные кадры аварии, никто из ее участников не пострадал, чего нельзя сказать об автомобилях. Куда направлялся 33-летний водитель Пассата и почему не увидел ярко-красный автомобиль, непонятно. В своем объяснении сотрудникам полиции он заявил, что виновным себя не считает, поясняя, что не справился с управлением. На место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции, оформившие ДТП. Проводится административное расследование. Пилот японского внедорожника не справился с управлением. Серьезная авария произошла в ночное время возле здания администрации в Сестрорецке. Ехавший по Приморскому шоссе в сторону города автомобиль сошел с дорожного полотна, снес на большой скорости по ребрике ограждение, далее совершил столкновение с деревом. Автомобиль следовал в Петербург с космической скоростью. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь двухсекундный пролет болида. В машине находились два человека – 33-летний водитель и 29-летний пассажир. Бригада скорой помощи госпитализировала в крайне тяжелом состоянии мужчину, управлявшего автомобилем, и его товарища с травмами средней тяжести. Материалы по факту происшествия направлены в Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу для расследования причин аварии.